Привет, мой друг. Так, здравствуйте, дорогие друзья. Танк Рембаза 33 приветствует вас. Сегодня очередное кино у нас по радиоуправляемому моделю масштабе 1:6 копийные, в кавычках. Фирма Диагостини. Проект создан в сотрудничестве с Уралвагонзаводом. В общем, кто эту штуку придумал, тот офигительный прищелыга. Потому что это такие деньжища угрохать на такую игрушку. С копийностью тут вообще не очень лады. Так, ну в общем, у нас очередное кино про что? Про эту вот, так сказать, систему танкового боя. Вот такая башня, которая меня бесит. Причем у меня в оторванном состоянии досталось. И я по-любому демонтировать буду. Так. Здесь вот это не совсем масштабная. Она должна меньше быть. Штукенцы под... Тут Wi-Fi камера ставится. Интересно, сколько танков собрано с этой Wi-Fi камерой. И смысл в ней. Ну, я оставлю. Ну, конечно, по идее бы... Заузить бы все это. Не масштабно, не в этом она масштабе, больше. В общем, вот, думал, чем заткнуть вот эту дыру. Там какой-то прицел стоит. Кстати, что я заметил. Значит, если это танк Т-72, Урал первый, здесь такой маленький прицел, небольшой. Если весь обвешан динамической защитой, то там такое ведро стоит в раза в два больше с двумя, с двухстверчатыми створками. Ну, в общем, смотрел и на глаз вытащил такую штуку. Чтобы заткнуть. По идее, здесь ставится разъем. Вырезается из пластика примерно такая штука. И вставляется, если не надо. Если нужен танковый бой, вставляется мачта с этими фотодиодами. Кому надо. Ну, мне это не надо. Ну, в общем, примерно вот так на глаз, исходя из всяких фотографий, сделал вот что-то похожее. Не стал я особенно его увеличивать. Ну, исходя вот примерно вот из этой. Примерно одной высоты. Значит, получилось диаметр 15, высота 15, отверстие 8, выфрезеровано 10. В общем, тут еще задрайка, такой квадратик 10 на 10 миллиметров. Ну, я не знаю, я не нашел фотки, что под этой крышкой. По идее, бы сюда стеклышко поставить, и будет у нас прицел. И тут мой первый вариант из алюминия, маленько с отверстием. В общем, покрасится, не совсем так уж и плохо выглядит. Согласитесь. Так, вот он. Так, это уберем. Защелка слом. Тут просто болтиком. М4 с шайбочкой. Еще, может, подумаем, как тут бы изобразить шляпки болтов на этой поверхности. Ну, посмотрим. Весьма, так сказать, неплохо получилось. Я сам рад. С масштабом примерно угадал. В общем, все это покрасится одного цвета, и будет все хоккейно. Но, к сожалению, вот эта часть должна быть меньше. Ну, так, если особенно не приглядываться, не знать, вроде как бы так и надо. Надо только сделать. Wi-Fi камеру, скорее всего, уже не найдешь. Отдельно. Только сделать надо тут крышу башни, там тоже стекло поставить. Дальше. Ну, в общем, как-то так. Кое-какие шаги в моделировании у нас продолжаются. Так что я еще не решил, афганский делать или сирийский.
сирийский он весь динамической защиты, ну, соответственно, этот прицел должен быть другой, больше. Сосна М, по-моему, называется. Там она в два раза и диаметр больше, и высота. Бачок такой. Посмотрим. Тут у нас спилены все обломанные гранатометы. Все это заполируется, закрасится. Я думаю, будет хорошо. Подумаю все-таки над прожекторами и фарами на башне. В общем, вот так очередной, так сказать, шаг. Ну, как вариант, конечно, крышкой закрыть и забыть об этом. Раз и навсегда. Можно не закрывать, можно стекло вставить. Будет, так сказать, необычно. Ну, в общем, как-то так это все выглядит. До новых встреч. Продолжение следует. Не, хорошо получилось. Так. До новых встреч.